Даш, привет. Привет. Я хочу пригласить тебя на свидание. Куда? В самое необычное место. Музей коров. Куда? В музей коров? То есть ты думаешь, что я поеду в какой-то коровник? И мне какой-то экскурсовод будет рассказывать про коров? Здравствуйте, я какой-то экскурсовод. Сегодня я буду рассказывать про коров. Это галштинофризская порода коров. Попробуйте ее подоить. Даша, ты меня слышишь? Ты не так поняла. Это единственный в России музей коров, где в одном месте собрано более 4000 фигурок коров со всего мира. В коллекции собраны экспонаты из различных материалов, от хрусталя и дерева до металла и керамики. Перед тобой открывается дверь в удивительный мир, где главным действующим лицом является корова. Я приглашаю тебя окунуться в волшебный мир коров, открыть для себя уникальное место в городе Россош в Воронежской области. Даша, ты меня слышишь? А я уже здесь.